Научно-технический прогресс в современном мире стремительно развивается. Вершина инженерной мысли не знает предела и стирает грани между мечтами и реальностью. Новые технологии объединяют народы. Хеливерт – первый в России авиазавод по полному циклу сборки иностранной продукции на территории Российской Федерации. В поселке Томилино городского округа Люберцы производит ручную сборку одного из лучших в мире вертолетов среднего класса АВ-139. Хеливерт – международная компания, созданная на паритетной основе между российским холдингом «Вертолеты России» и итальянским производителем «Леонардо Финмеханика Дивизион СПА», ранее именованная «Агуста Вестланд». Я точно помню, 17 января в 2009 году я приехал сюда, значит, вместе с представителем компании «Леонардо», с Альберто Понти. Здесь ничего не было. И мы с ним тогда посмотрели друг на друга и сказали, что ну что ж, начнем делать все с нуля. С момента закладки капсулы до открытия сборочного цеха прошел 1 год и 8 месяцев. При поддержке акционеров АО «Хеливерт» оснащен новейшим оборудованием и программным обеспечением. А корнями вертолетостроения в России уходят глубоко в 30-е годы. И первые вертолеты в России появились у нас в Люберцах. И благодаря тому, что Люберцы – столица вертолетостроения, получилось, я думаю, что это абсолютно оправдано, что у нас появилось, по сути, новое предприятие, именно компания «Хеливерт». Для того, чтобы ряд вопросов решать более быстро и динамично, удовлетворить спрос нашего бизнеса или крупных компаний, такие вертолеты нужны. Такого класса вертолеты у нас именно на таком уровне не производились, и сегодня это у нас есть. Производственная мощность позволяет выпускать 15-20 вертолетов в год. На площади 40 тысяч квадратных метров размещены производственный комплекс, в который входит сборочный цех и сервисный центр, складской комплекс, летно-испытательная станция, лакокрасочная камера, участок предполетной подготовки и другие технологические станции. Наше предприятие, оно полностью идентифицировано таким же образом, как и в Италии, сборочный цех. Наше производство, оно имеет конвейерное направление. То есть каждая станция, у нас их здесь 7, означает определенный этап своей работы. Вертолет, который находится за мной, значит, он находится в состоянии сейчас сборки. Его готовность составляет 38-40%. Проведена работа по установке, значит, хвостовой балки, значит, проведена жгутовка, напольное покрытие и, соответственно, далее, значит, будут устанавливаться уже основные агрегаты на него. Гордость завода – его коллектив. Высококвалифицированных специалистов разных возрастов и национальностей объединяют любовь к авиации, высокий профессионализм, ответственность за результат и уважение к предприятию. Качество вертолетов АВ-139 отвечает всем техническим требованиям разработчика, а также авиационных властей Российской Федерации. Сегодня на предприятии работает уже более 90 человек. Они почти все прошли обучение в Академии Агуста Вестланд в Италии. Вот. И сегодня сформировался высококвалифицированный, опытный коллектив сотрудников, который трудолюбиво выполняет цели и задачи, поставленные акционерами. Intanto siamo molto orgogliosi e felici del personale russo che è presso lo stabilimento. Il perché debbano rientrare e continuare nel loro percorso di studio, di crescita, di training in Italia è proprio perché la nostra tecnologia è una tecnologia in continua evoluzione, quindi richiede continuamente un addestramento e un adeguamento a quelle che sono le evoluzioni. Вертолет АВ-139 – сложное высокотехнологичное изделие, при сборке которого применяются передовые агрегаты из разных стран. Личный вклад каждого сотрудника – ключ к удовлетворению потребностей заказчика. Над созданием изделия работают как российские, так и итальянские специалисты. Для окраски будущего вертолета в Томилино приезжают итальянские коллеги. Ci sono molte sono tutte le attività sono molto delicate e particolari nella verniciatura, perché al di là di quello che si possa pensare, non è solamente una funzione estetica,
ma ha una funzione anche di protezione. Va a migliorare l'attrito durante le attività di volo, resistenza alle condizioni climatiche, differente tra di loro. Qui possiamo vedere le parti dell'upper deck, che sono parti metalliche. In questo momento sono state mascherate internamente e stanno carteggiando per poter procedere all'applicazione di un wash primer, che è un primer che garantisce la resistenza alla corrosione e soprattutto consente alla vernice di aderire sulle parti metalliche. Questo è un processo molto particolare e viene eseguito solo sulle parti in metallo, a differenza di quello che riguarda le parti in composito o della fusoliera. Каждое воздушное судно изготавливается по индивидуальному заказу. Интерьер салона, цвет окраски, дополнительные функции модифицируются в соответствии с требованиями заказчика. Неизменным остаются высокие требования к безопасности эксплуатации машины. Собранные изделия проходят проверку на летно-испытательной станции. ЛИС – это та жирная точка, которая встает во всем технологическом процессе. Эта жирная точка ставится летчиком-испытателем. И ставя точку, мы уже говорим: все, предприятие достигло своего, выпустило очередную машину. Вот. Поэтому за всем спасибо, за ту уверенность и безопасность, которую мы ощущаем в полете. Поэтому мы спокойно летаем. Задача летно-испытательной станции – провести наземные и летные испытания авиационной техники, выпущенной заводом. ЛИС состоит из инженерно-авиационной, летной, летно-экспериментальной службы и службы объективного контроля. Инженеры и летчики проверяют системы и агрегаты на соответствие техническим условиям. Налет для нового воздушного судна составляет 25-30 часов. Летный состав проходит очень такое масштабное обучение, которое длится больше года. Отлетывает соответствующие программы. Ну и ежегодно ездит на тренажер в Италию. Инженерно-технический состав точно так же заканчивает тоже школу летчиков-испытателей. То есть, ну, таких людей, наверное, мало, немного. Ну, потому что подготовка довольно-таки серьезная. В сентябре 2014 года компания «Хеливерт» реализовала программу сервисного центра по обслуживанию вертолетов АВ-109, АВ-139, АВ-189. В мире существует три подобных сервисных центра – в Южной Африке, Японии и в России в городском округе Люберцы. В 2018 году на международной выставке «Хели Раша» компания получила высокую оценку своей работы – сертификат сервисного центра высшего уровня. Наше сотрудничество с компанией «Хеливерт» началось с 2015 года. Все наши вертолеты с периодическим обслуживанием от года проходят техническое обслуживание в «Хеливерте». Сервисный центр проводит разные виды работ – от диагностики до устранения выявленных дефектов. В течение 21 дня инженеры и техники проводят исследование винтокрылой машины с помощью контрольно-проверочной аппаратуры. Инженеры и техника можно сравнить с доктором. Вначале происходит диагностика. Так же, как любой человек следит за своим здоровьем, он обращается к врачу там, через какое-то время, раз в год. Так и здесь. Если ты пропустишь какую-то прививку, ты заболеешь. Так и самолет, и вертолет. В целях обеспечения безопасности полетов для своих эксплуатантов сотрудники компании «Хеливерт» проводят семинары и мастер-классы. По итогам опроса выявляются актуальные темы, на основе которых формируются темы практических конференций. Зарубежные и отечественные эксперты высоко оценивают качество российского вертолета АВ-139. Это стенд создания нашего предприятия, образования. 22 июня в 2010 году на территории, на которой мы сейчас с вами находимся, была проведена церемония закладки капсулы, создания российского итальянского совместного предприятия по производству вертолетов Augusta V139. Вот в этом боксе находится сама капсула, которая была заложена непосредственно в этот день. Вот эта капсула. Здесь на русском языке, на итальянском языке и на английском языке написано, что здесь будет построено здание предприятия по производству вертолетов Augusta V139, 2010 год, июнь. На этой полочке я хотел бы обратить ваше внимание, что это как раз нам
в 2019 году вручили приз «Крылья бизнеса». 22 февраля в 2019 году наше предприятие было, значит, номинировано как один из лучших сервисных центров в области авиационного бизнеса, бизнес-авиации. И вот нам вручили такой приз. Это полка, скажем так, наших главных достижений. Как я уже сказал, это строительство начала предприятия и, соответственно, до сегодняшнего дня, до вручения премии «Крылья бизнеса». Ну, эта полка, я хотел обратить внимание, это нам вручали дипломы за участие в международных выставках, о которых я уже говорил. Это «Хиллераша», это ежегодная специализированная международная вертолетная выставка «Жуковский» и «Джетэкспо». Предприятие «Хилливерт» представляет свою продукцию на международных выставках. Экспонирование рядом с признанными во всем мире компаниями, такими как Rolls-Royce и Boeing, подчеркивает высокое качество выпускаемых вертолетов. В этом году мы представили на обозрение наших партнеров и гостей вертолет Augusta VS-139, значит, который, в общем-то, показывает возможности нашего предприятия. И, соответственно, мы рассчитываем на то, что данная демонстрация позволит нам найти новых заказчиков и, соответственно, получить дополнительные, значит, производственные заказы для дальнейшего развития нашего предприятия. Миссия компании – оказание услуг наивысшего качества, обеспечение высокого уровня продаж и увеличение доходов для акционеров. В планах – открытие филиала Центра подготовки летного состава и технического персонала в России, развитие базы технического обслуживания в разных регионах России и на территории стран СНГ. Я, с своей стороны, хотел бы поздравить коллектив предприятия с 10-летним юбилеем. Это для нас тоже большая дата, для холдинга в целом. Вот, соответственно, предприятие зарекомендовало себя надежным партнером среди заказчиков, как среди государственных, так и коммерческих структур. Вот, поэтому хотел бы пожелать коллективу стабильной, плодотворной работы, увеличения объема продаж. Вот нашим партнерам итальянским, соответственно, о том, чтобы предприятие приносило прибыль совместно. Вот, ну и, конечно, мы, как акционеры, точно так же заботились о его развитии, увеличивая возможности предприятия по выпуску другой продукции. Я хотел бы пожелать и коллективу компании «Хилливерт», и руководству компании, чтобы ваш портфель заказов был полон. Я искренне желаю благополучия, стабильности, роста заработной платы. Ну, а мы будем надеяться, что вы будете развиваться. Ну, а мы от этого будем получать удовольствие. И слава о Люберцах уйдет далеко за пределами нашего Люберецкого края. С праздником, дорогие друзья! Удачи, благополучия каждому, кто работает именно в этом предприятии. Поздравляю компанию «Хилливерт» с юбилеем. Желаю всего самого наилучшего. Также желаем, чтобы наше партнерство только крепло и развивалось в будущем. Innanzitutto io come Leonardo ringraziamo e tutti i dipendenti e lavoratori di Hiliverd per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo. Io auguro loro di valorizzare quello che loro hanno a loro modo ricevuto, perché loro sono stati fautori e partecipi di una grande avventura che è stata un'avventura industriale tra due paesi, è stato un esercizio non banale, non facile. Io spero che loro valorizzino questa loro competenza che hanno acquistato e che è distintiva, perché loro sono diventati degli esperti, dei tecnici rari qui in Russia, perché hanno acquisito una tecnologia molto sofisticata e molto competitiva a livello mondiale. Quindi spero che questo loro lo valorizzino e spero per loro e per il loro futuro che la loro professionalità e la loro carriera vada sempre verso orizzonti migliori, che questo mi auguro succeda sempre con noi in uno sviluppo delle attività di Hiliverd. Уважаемые коллеги, уважаемые акционеры, поздравляю вас с нашим маленьким юбилеем, десятилетием создания предприятия «Хилливерт». Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов в личной жизни, в труде, благополучия во всех делах. Только вместе мы идем вперед, и победа будет за нами. С праздником вас, дорогие друзья!